Поклонники легендарного рок-музыканта Виктора Цоя смогут насладиться его творчеством. В Алматы пройдет концерт, посвященный памяти артиста. Мероприятие совпало с двумя юбилейными датами. В этом году основателю и лидеру группы «Кино» исполнилось бы 55 лет, а фильму «Игла», где он сыграл главную роль, будет 30. Концертов такого масштаба, посвященных Виктору Цою, в Казахстане еще не было. Мероприятие откроют режиссер фильма «Игла» Рашид Нугманов и главная героиня картины Марина Смирнова. Она приедет на концерт вместе с сыном музыканта Александром Цоем. Все песни основателя группы «Кино» будут исполнены Государственным академическим симфоническим оркестром Казахстана под руководством российского дирижера Антона Шабурова. Ноты для вечера написал известный композитор Игорь Вдовин. Участие в концерте также примет и один из основателей группы «Кино» бас-гитарист Юрий Каспарян. Звуковую поддержку оказывает компания APM. Билеты на симфоническое кино можно купить онлайн на сайте kassir.kz и в кассах Дворца Республики, где и пройдет концерт. Он состоится уже завтра в 19:00. Этот концерт, во-первых, посвящен Виктору Цою, всеми нам любимое. Это наше детство, молодежь. Все мы выросли на его песнях. И хотели бы его послушать в новом исполнении, получается, в исполнении оркестра. Он всегда живет в наших сердцах, и люди всегда его готовы с удовольствием слушать.